10 августа на береговой линии Каспийска состоялся турнир по кроссфиту, приуроченный ко Дню физкультурника, который отмечается ежегодно в целях популяризации спорта и привлечения молодежи к здоровому образу жизни. У нас приехал атлет с севера, он открыл здесь небольшой зал, и вот мы решили как бы провести небольшие игры. Ну, в общем, надо поддержать нашу молодежь, чтобы они не баловались, не курили, не пили. Ну, здоровый образ жизни вели. Сегодня у нас праздник, День физкультурника. В честь нашего праздника мы решили провести небольшие турниры. В ходе тренировки ребята проходили различные испытания кроссфита, которые повышают выносливость, силу, ловкость, гибкость, скорость и координацию. Во время таких интенсивных тренировок задействуются все группы мышц. Плюс занятия кроссфитом в разнообразии, в занятиях нет повторений, отметил Мурад Алиев. В данный момент у нас кроссфит-волейбол, это 5-килограммовым мячом, играют 2 на 2 без паса. Ребята получили на кроссфит-играх грамоты, медали. Кроме того, спортсмены, занявшие призовые места, получили денежные призы от 10 тысяч рублей и подарки от спонсоров, которыми выступили благотворительный фонд «Инсан», ресторан «Гурмит», ЖК «Ботаника», строительная компания «РДВ» и многие другие. Кроме того, для ребят был организован плов на углях. Отметим, что организаторами кроссфита также выступило Управление культуры Каспийска.